На нефтеюганских улицах чистят ливневку. В микрорайонах работает специальная машина. Устранили уже несколько точек подтопления. Городская проблема – это скопление воды после дождей. Коммунальщики в течение года прикладывают недюжинные усилия для работоспособности ливневой канализации. К примеру, сейчас наводят порядок в колодцах, а также промывают соединяющие трубы, убирают грязь и песок. К слову, сами нефтеюганцы порой вносят лепту в формирование засоров, обращают внимание специалисты. В большинстве случаев, конечно, жители, ну это наши ребятишки, потому что из колодцев мы вытаскивали пластиковые бутылки, просто же стеклянные бутылки, камни, доски, бревна. Оно само-то не могло попасть через ливневые колодцы. Открытый колодец, детишки просто посмотрели туда, ага, водичка интересная, кинули камешек, кинули бревнышко какое-то маленькое. Получается, это потом все заходит в трубы, застревает и забивается.